Здравствуйте, с вами Маркина Мария, и сегодня я хочу показать вам мастер-класс «Как сделать рождественского ангелочка». Для этого нам понадобится пенопласт, клей ПВА, сахар, кисточка, ножницы, иголки и нитки. Силуэт ангела вы можете нарисовать сами, либо найти его в интернете, скачать картинку и распечатать. Берем ножницы и вырезаем силуэт. Вырезали. И теперь прикладываем его на пенопласт. И по контуру втыкаем иголочки по выступающим частям. Старайтесь это делать аккуратно. Лишние иголки убираем в сторону, чтобы нам под руками ничего не мешало наматывать нитки. Берем нитки и на самую верхнюю иголку головы ангела завязываем узелок и оставляем кусок нитки для будущей завязки. Сразу прокладываем контур ангела. Нужно сделать пару слоев ниток. Подтягиваем каждую ниточку аккуратно, чтобы не сместились иголки. А затем в произвольном порядке через разные иголочки заполняем серединку ангела. Слоев нужно много для того, чтобы ангел был плотнее. Цвет нитки лучше выбрать белый. Я взяла темный для того, чтобы вам наглядно показать, как это делается.
Когда мы уложили достаточное количество ниток, заканчиваем нитку на верхней иголке нашего ангела, на той, на которой мы начинали. Делаем узелок, и у нас остается второй конец завязочки. Поправляем все ниточки, которые у нас были обведены вокруг иголок, прижимаем их хорошенечко и начинаем пропитывать клеем. В составе моего клея 1 чайная ложка сахара и 3 чайных ложки клея ПВА. Клей у меня жидкий, поэтому мне не нужно его разводить. Смотрите, чтобы каждая ниточка была пропитана. От этого зависит дальнейшая плотность ангела. Когда мы все хорошенько пропитали, берем фен и высушиваем. Чтобы узнать, насколько высохли наши нитки, пробуем рукой. Ангела хорошо нужно просушить, чтобы он держал форму и не распался впоследствии. Все, ангела мы высушили хорошенько. Аккуратно вынимаем иголки, не зацепая нитки. Подрываем аккуратненько край и снимаем ангела с поверхности пенопласта. Вот, посмотрите, какой красивый получился ангел. Вы можете ним украсить интерьер своего дома, офиса, подарить друзьям. С вами была Маркина Мария. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите другие мои работы.